Узнать об изменениях в законодательстве, нормативно-правовых актах теперь можно не только в юридических консультациях, но и в Славянской межпоселенческой центральной библиотеке. Там открылась выставка «Алфавит. Право от А до Я». На ней представлены книги, документы, листовки с правовыми терминами и адресами юридических консультаций. Также совершенно бесплатно в библиотеке можно воспользоваться программой «Консультант Плюс». Выставка продлится до конца года. Первый выпуск выставки, скажем так, они посвящены таким понятиям, как адвокат, алименты, банкротство, граждан, военная служба, все, что касается военной службы, основные понятия, отсрочка, порядок службы, призыв, все эти вопросы, государственная пошлина, то есть какие государственные пошлины, размеры государственных пошлин, льготы по пошлинам и гражданство, принятие гражданства. Сейчас очень много вопросов возникает о подтверждении гражданства. Все эти вопросы, консультации можно найти в нашей библиотеке. С 18 октября в межпоселенческой библиотеке открыта еще одна выставка под названием «Шпаргалка для родителей». Она будет полезна тем, у кого есть дети. На этой выставке представлена литература, которая удовлетворит, я думаю, требования многих наших читателей и требовательных родителей. Здесь есть и эмоциональные сказки, и литература о здоровье наших детей, серия «Мамины книжки» и книги, которым по 30-50 лет, на которых выросли мы, наши мамы и бабушки. И по новой они сейчас переиздаются и будут интересны и нашим детям. Выставка будет работать до 24 октября. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Ну, а мы чего же?